Данный конструктор – индикатор сигнала мобильного телефона. Когда нам звонят, значит, этот индикатор срабатывает. Он предельно простой, да смешного. У него даже нету питания. То есть он запитывается только тем сигналом, то есть энергией, которую получают детекторы, высокочастотные детекторы в виде диодов, последовательно соединенные на этой печатной плате. И затем сигнал передается на вот этот светодиод, который зажигается в момент появления этих сигналов. Кроме того, есть усики, антенки для вот этого прибора. Сюда мы их припаиваем. Значит, усик этот надо разделить пополам, я так понял. Потому что тут один у меня почему-то. Ну, наверное, вот так мы припаяем. Значит, начнем собирать данный проект. Жучок я вот собрал. Значит, у кого как получится, выгибал светы, диоды, значит, как ножки. Вот такой он с виду такой, похож на жучка. Теперь позвоним куда-нибудь. Посмотрим, будет ли он сигналит. Вот звоню. Вот. Если вам видно, вот. Значит, это зона, где кнопка. Вот. Оно индикатор вот он идет. Значит, или это усиками надо. Вот так он звонит. Сигналит. Это забавное устройство, значит, показывает, какой все-таки мощный сигнал излучает мобильный телефон. Настолько мощный, что буквально зажигает вот эту лампочку. Энергии хватает на зажечь эту лампу. Значит, вот это поможет нам понять, значит, вред, который наносит нашему здоровью мобильные телефоны. И особенно меня поразило то, что в одном месте у кнопки излучение происходит. То есть не где-нибудь. И так мы можем провести, вот этим жучком проверить. Как именно около кнопки, как описано и в инструкции к этому жучку, что там происходит излучение.
Вот. Так что это да, хотя и примитивное устройство, но все-таки воздействие такое психологическое на нас, ну, может оказать. Спасибо за внимание.